Всем привет. А, сразу первый вопрос тут есть дотнет разработчики. Это круто. Ну, доклад будет он не совсем о дотнете, будет и в целом, и о дотнете, и о приложениях, и о корпоративных, и о монолитах. В общем, кто я, меня уже представили. В принципе, да. Так, немного. Андрей, это старая презентация. Ну, неважно, пофиг. Смотрите. Немного о понятии ПО. Архитектура — это, можно сказать, как все устроено. То есть человек-архитектор, он думает обо всем. Он думает о контроле версии, он думает о процессе, он думает о работе с бизнес-аналитиком, с бизнес он думает о том, какие технологии выбрать. И как следствие этого архитектура — это те решения уже, которые сложно или нельзя изменить. То есть поэтому работа архитектора, она оценивается дорого, она ответственная, и в целом не каждый человек, который просто работает разработчиком, может быть архитектором, потому что необходимо мыслить чуть шире. Но каждый разработчик должен быть хотя бы немножко архитектором. Основные архитектурные драйверы, то есть то, по сути, на основании чего делаются выводы, это что мы будем делать. Да? Это функциональные и нефункциональные требования и команды. То есть наша команда, команда там клиента, если мы, например, собираем какую-то распределенную команду. И это тоже очень сильно влияет, потому что разные люди знают разные технологии в разном спецы. Вот. Но если смотреть на нефункциональные требования, это там атрибуты качества, которые говорят, например, как быстро система должна отвечать. Там, лицензии, какие уже есть у клиента, потому что по корпоративным политикам, например, клиент может использовать только это ПО, да, там не другое. И Инфраструктура, которая очень специфична, иногда имеет очень много ограничений, и мы, например, не можем какие-то там фичи использовать, которые бы могли или должны были использовать. Да? Ну и, конечно же, функциональные требования, то есть что, что приложение должно делать. Но мне кажется, все же архитектуру больше дравят не функциональные требования. Собственно, аспекты работы архитектора, это если выделить некие функциональные позиции, это могут быть разные люди, это может быть один человек. То есть solution architecting это, как бы, как я сказал, собирающее... Человек-философ, который, по сути, определяет методологию, команды, модули, их структуру взаимоотношений. Да, техлит – это человек, который принимает какие-то локальные решения, согласует работу команды с архитектором, отвечает на вопросы там, разработчиков и так далее. Да, и дизайнер, софтвер-дизайнер, по сути, это человек, который… Вот представьте ситуацию, у нас есть проект, например, там, на несколько сотен человек, и есть уже там какая-то архитектура, и надо просто дизайнить, грубо говоря, бизнес-процессы. Да, и человек, который этим занимается, его нельзя вроде как назвать и чисто разработчиком, его нельзя назвать их лидом или архитектором, это софтвер-дизайнер. То есть а на маленьких проектах все эти три а, позиции, они, в принципе, совмещены друг с другом, и один человек может это все тащить и называться лид-девелопером, например. Вот, зачем вам и все это, и мне зачем все это? Я, кстати, не профессиональный архитектор, просто старший разработчик, но у меня было, ну, проектов штук 15-20, наверное, за мой опыт, больших, не очень, с нуля, не с нуля. Каждый инженер должен хотя бы немного разбираться в архитектурных вопросах. Потому что понимание, как вообще система устроена, она дает некий вижен, как ее правильно развивать, и куда ее развивать и зачем. Вот. И ну, это приводит к расширению кругозора, естественно. И к снижению рисков. Потому что если человек очень сильно, например, заточен на том только куске системы, которую он делал, а остального не видит, то когда ему попадается какая-то кросс-функциональная таска, он ее сделает ну, ну, криво, придется переделывать. Да, это время, риски и так далее. Немного про эволюцию. Тут небольшое уточнение. Монолитная их производная. То есть есть, есть два класса, Клиент серверных архитектур, мы именно про них про поговорим, это монолитные и распределенные. А что такое монолит? Monolith это по сути одно приложение. Да? Распределенное ⁇ это когда изначально уже приложение не может работать а, отдельно. Да? Оно состоит из каких-то частей, которые друг с другом как-то связаны и там, общаются и так далее. Но там сервис ориентированный, она может быть как несколько монолитов, которые самостоятельны, но это вот, вот, оговорка. Да? Но они могут работать сообща и брать друг, друг из друга данные. Ну вот, например, простой пример N-слойной архитектуры. Она состоит... Это мы уже взяли как бы больше... К реализации пришли, вот как она может быть устроена. Да, есть несколько слоей, как правило, три. Может быть больше. То есть есть там, четырехслойные люди делают, там N-слойные. Все зависит от того, чего мы добиваемся. То есть слой доступа к данным. Это классы, которые помогают там извлекать данные, что-то с ними делать. Бизнес-слой, по сути, наши бизнес-процессы, которые ну, в идеале должны быть отделены от э, слоя доступа к данным. Слой сервисов там, в терминах MVC или Web API это там, контроллеры, либо VCF сервиса, которые отдают что-то. Вот, слой представления это уже наша фронт-энд часть. Да, и, ну, сквозная функциональность это по сути вся вот эта, все, все вот эти вещи служебные, типа аутентификация, авторизация, security, там, утилс какие-то и прочее. Вот, пример сервис-ориентированный. То есть, да, здесь может быть э, сервиса, которые общаются только с другими сервисами, могут быть сервиса, которые отдают э, какие-то данные юзерам. Э, может быть, шина, через которую общаются, ну, для тех, кто не знает, шина это э, такой, так, такая, как бы программа, которая принимает сообщения там, по протоколу TCP/IP и, и отдает их дальше, чтобы э, составные части системы не общались по HTTP, не было оверхеда, там, Потому что HTTP это по сути протокол, ну, на бумаге, да, это передача просто текста по TCP IP, да, но можно его передавать более эффективно, можно его кэшировать там где-то в этой шине, эти пакеты, они будут там оставаться, потом, если все упадет, да, потом мы их оттуда можем взять. Вот, то есть это сервис ориентированный, но при этом каждый сервис, он достаточно массивный, и микросервисная, по сути, это я так, просто для общего, чтобы было понятно, к чему мы идем, это, по сути, Просто небольшие приложения, которые э, имеют обычно свои собственные базы данных, вот, и которые как-то связаны друг с другом. У нас там есть часть сервисов, которые смотрят наружу, есть часть, которые общаются друг с другом. А, их ответственности достаточно гранулярные, и в целом такой подход он не всегда уместен, когда мы начинаем разработку с нуля. Часто даже не уместен. Хотя его вот, все считают модерновым, что это круто, микросервисы. Вот, собственно, об этом, что у нас есть роза. Роза классная, но мы суп из нее не сварим. Понимаете? И небольшая история. А, как бы <соторит> история из жизни, можно сказать. С водички попью. Есть не некоторая компания, абстрактная, да, компания N, у которой, которая занимается торговля ассетами, там, операциями на бирже, какими-то штуками типа Форекса и так далее, там, торговля валютой. И эта компания, вот они открывают новое направление а, торговли, да, вот у них но новый тип операции, новые трейдеры туда пришли. Им надо как-то фиксировать операции эти где-то. То есть люди начали их фиксировать в Excel, потому что это удобно, потому что нам, нам не нужны сложные солюшены для этого. И один человек их там фиксировал, фиксировал, и со временем у него появился помощник. Они начали эту Excel-ку пересылать по почте. То есть пересылали, пересылали. Но когда у них появился третий человек, они офигели, потому что каждый квартал им надо сдавать отчеты. Отчеты формируются в PDF. Автоматизированных средств для этого нет. И во-вторых, очень неудобно. Даже они зашарили где-то эту Excel-ку на SharePoint, потому что там не могут они использовать, например... Google Docs там из-за внутренних политик, все равно это было неудобно. И они подумали, а что нам делать? Обратились в IT-департамент, а в IT-департаменте говорят, ну, ребята, у нас нет сейчас возможности нанять человека, давайте на аутсорс. Потому что нанять человека под какую-то систему, это как бы мы его в штат берем, а что с ним делать потом? Придется увольнять, придется ему рабочее место давать и так далее. И обратились к аутсорсерам, и, собственно, аутсорсеры им сделали, можно назвать это MVP или прототип, там за две недели простую систему на коленке, там код в контроллерах писали, к базе данных, вообще там какие-то jQuery UI накидали, вообще пофиг, но система начала работать, система, и система начала приносить value. То есть на, начался быстрый рой, то есть они проинвестировали в нее сколько-то там долларов, да, и сколько-то там сразу экономии получили. Да, и вот так начал, начались отношения с аутсорсерами в этой компании. Вот, но этим все не закончилось. Компания росла, развивалась, и эта система потихоньку обрастала функциональностью, потихоньку э, усовершенствовалась, с ней добавлялись новые модули и так далее, но в том виде, в котором она была, уже нельзя было с ней работать, поэтому аутсорсер в, в определенный момент предложил клиенту, смотри, говорит, у нас есть такое понятие технический долг, мы не можем дальше развивать систему в таком виде, ее надо отрефакторить. Ну, начали ее там дробить на контексты, какие-то ограниченные там в связи с DDD подходами или как-то иначе там рефакторить. Вот. И в принципе, потратив какое-то время, новые фичи делались достаточно прогнозируемо и клиент был доволен. Затем этому же клиенту понадобилась еще одна система, уже другая. И ее надо было синтегрировать с этой. Там, делали они это посредством Общение ну, между, по API друг с другом, одна система обращалась к другой, брала данные, потом она обращалась в базу и так далее. И таким образом мы пришли от монолита к сервис-ориентированной архитектуре. Но со временем, когда эта компания выросла совсем, у нее появились партнеры, а партнерам надо было тоже интегрироваться как-то с этой компанией. А, а проблема, кстати, этой компании, почему то все постепенно делалось, потому что она сама не понимала, что и надо. То есть и это нормально, потому что в бизнесе часто происходит так, что просто там совет директоров поставил задачу попробовать, они попробовали, у них вышло, они начали развивать это направление, и нет там одного единого эксперта, кто за это отвечает. Есть там некий бутылнек и так далее. И это нормально, это бизнес так устроен. Вот. И к слову о партнерах. А, ну и было предложено. То есть а у партнеров есть там мобильное приложение, у партнеров есть какие-то другие системы, с которыми интегрируется их. И было предложено решение переписать систему на микросервисы. Для чего? И переместить в клауд. Ну, для того, чтобы было удобно масштабировать, для того, чтобы не было всякого гемора с поддержкой, с развитием отдельных ее частей и так далее. Таким образом, прошла некоторая эволюция, но эта эволюция не осталась бесследной. Обычно а, так бывает иногда, что а, когда система на определенном этапе, она не была достаточно хорошо отрефакторена и достаточно осмысленно изменена ввиду каких-то либо нехватки денег, либо желания там, клиента. Клиент, например, не технический, он не понимает нифига. Он просто видит формочки и видит деньги, которые он отдает. Он не понимает, что там под капотом. И рано или поздно, а, например, на стороне аутсорсера тоже все были жадные, они не хотели рисковать, не хотели предлагать там какой-то рефакторинг. И не было проактивного человека, который бы соединял там бизнес-технологии, все превратилось вот в это. Большой кому грязи. Вот. Так бывает. Ну, у распределенных систем бывают такие же недостатки, да, когда высокая сцепленность нарушена, слабая связность между сервисами, то есть нет единой какой-то ответственности, они все обращаются ко всем, то есть это и ISO, и микросервисы, то есть такое возможно. В принципе, история та же самая. Да, что же с этим делать? Что, что как, чем что мы жили неправильно? То есть, есть такие принципы, например, ягни. Вам это не понадобится. Имеется в виду, что прежде чем использовать какую-то технологию, вам это реально не понадобится. То есть подумайте два раза, лучше 10. Например, какой-то там экзотический тип данных или какую-то, например, вы захотели. Там шину данных поставить, а между системами только два реквеста проходит, то поставьте, ну, дергайте их просто по HTTP, не парьтесь там. Вам надо, например, что-то где-то хранить. Там есть выбор между созданием сложной структуры данных, там в базе данных на 15 таблиц, либо сохранение а, в одной ячейке XML, на которая это хранит. Да, и если у вас нет там, необходимости часто это менять, да, запихните XML, ну и все. То есть не надо. В, не надо использовать те технические средства, которые вам реально не понадобятся. То есть вы можете сказать, что это заделом на будущее. Но если у вас есть задел на будущее, это уже другая история. КИС, в принципе, он э, тоже плюс-минус э, об этом. Э, только КИС он э, больше о конкретной реализации в рамках текущих технологий. То есть э, keep it simple, держи это простым, сделай это просто. А, идея в том, чтобы не плодить лишние абстракции. То есть есть такое понятие overengineering, это когда люди, а, например, я душещипательную историю слышал, как на фронтенде создали систему из семи там, цепочек прототипного наследования на Vanilla.js. Я не знаю зачем, можно было обойтись, но вот они сделали. Вот был такой чувак, который сказал, я крутой чувак, я сейчас усложню. И это реально все усложнило, да. <laughs> и зачем? Ну, если по-простому, если у нас система состоит из 10, не знаю, методов контроллера, ну, даже вам репозитории не нужны, напишите там код и забейте. То есть, грубо говоря, зачем? А, но если у вас, вы знаете, что вы будете масштабироваться, то, естественно, вам надо постараться, а, и чтобы это нормально потом а, поддерживалось. То есть драй. Вот, собственно, Приходим к этому принципу. Почему? То есть, это на самом деле не совсем о повторении. А почему это не совсем о повторении? Можно сказать, окей, мы делаем одно и то же в разных частях системы, давайте трифакторим, вынесем куда-то в одно место. А, и да, и нет. Потому что драйв больше о том, насколько хорошо мы понимаем бизнес и о бизнес-анализе. То есть. А, может быть, нам надо что-то повторять специально, чтобы иметь потом возможность опять-таки гибко это изменить. И это, это базируется чисто на бизнесе и на понимании, зачем это надо, а не на том, что мы видим просто, что один и тот же кусок кода в пяти местах, давайте заменим его на один и распихаем в пять мест. А может быть, так не надо делать. Вот, поэтому этот принцип такой хитрый. Вот, и немножко о солид. Наверное, все... кто-то слышал о солид вообще? Не? Ну, на всех собеседованиях вас спросят солид, если вы пойдете куда-то. Вот. Короче, принцип солида в чем? Это как бы аббревиатуры. А, там, принцип единой ответственности. S, single responsibility. А, отвес, един, единая ответственность чего угодно. Будь то модуля, метода, класса. Uh, ну, это очень философское понятие, единая ответственность. Но вы должны четко знать ответ на вопрос, что делает этот метод. Если он же дел делает что-то еще, скорее всего, он не должен этого делать. Потом uh, мет uh, O, это open-close принцип, то есть uh, классы открыты для расширения, но закрыты для модификации. Имеется в виду, что методы, мы вот написали метод, который делает функцию A, там что-то, uh, не, не надо, вот если нам что-то новое понадобится, а добавлять это в этот метод и изменять его. Напишите метод B, который, например, вызывает метод A да, и делает что-то сверху. Ну, хотя бы так. То есть, ну, это, конечно, сложно, но это такие уже идеальные принципы, можно сказать. То есть принцип подстановки Барбары Лисков говорит нам о чем? Что а, наследники а, не должны ломать систему. Что это значит? Ну, это, это то есть... Изначально он звучит даже не так. Он звучит как а, наследники там могут а, использоваться вместо базовых классов и так далее. Но окей, есть в C# sharp там, механизм наследования и полиморфизм, но он, но тут не об этом. Тут о том, что именно функционально они не должны ломать, именно вот а, с точки зрения какой-то работы полезной. Вот дробление на интерфейс это интерфейс грегейшн. А в чем его фишка? То есть на самом деле тут спорно. Мы можем выделить там куча, куча мелких интерфейсов, из них собирать более сложные интерфейсы. Но, опять-таки, вопрос потребности. Если у нас система построена на там, множестве уровней абстракции, где-то уместно, да, это надо делать. Но лично я работал в множестве проектов систем, где его не соблюдали не потому, что не умеет, а потому, что он там не нужен. То есть вам достаточно, вы реализуете какие-то, например там репозитории, и вам не нужен этот принцип, потому что там репозитории даже до конца не являются репозиториями. Это просто сложные, там, юниты бизнес-логики, из которых составля, составляются сервиса, еще более сложные юниты бизнес-логики, например. И dependency inversion ⁇ это зависимость на абстракциях или контрактах, можно сказать. А в чем фишка? Ну, по сути, iuc контейнеры это реализуют. Но это более широкий принцип. Он говорит, что уровни системы, вот мы видели до этого, там показывалась, типа, абстрактная архитектура монолита, они не должны зависеть друг от друга. То есть они должны общаться через какое-то узкое место, там, интерфейсы или абстракции. И в случае изменений, например, в репозиториях, сервиса не должны об этом знать. Если кто не знает, то, ну, сервиса это как бы э, есть. Э, сейчас я немножко вернусь чтобы терминологию. То есть слой сервисов, ну, некоторые называют люди бизнес-слой сервисами. Ну, бизнес сервисы как бы да, но если на русский переводить, то сервиса это то, что отдает данные, а там бизнес entity это то, что где логика происходит. Но бизнес entity часто называют сервисами по-английски. Так, solid, окей. Немного DDD. Ну, это вообще тема вообще отдельного, наверное, доклада отдельной вселенной, очень большая. Я так немножко вскользь. Это немножко, ну, это набор практик, которые ориентируются на, в первую очередь, на бизнес-домен, бизнес то есть на выделение, то есть это даже не технические практики, это процессуальные практики, практики бизнес-анализа, которые которые потом выливаются в соответствующую реализацию в коде. Вот такой подход. Ну, я вот это не согласен, что только я это удалил, на самом деле. Uh, он желателен в условиях, когда uh, у нас есть полнота бизнес-требований, потому что uh, DDD там об абстракциях, и uh, получается, что не зная до конца требований, мы будем очень много переписывать инфраструктурного кода, и это не имеет смысла. То есть такой ну, простой пример с DD есть паттерн там, Specification. Это uh, по сути хранение uh, предикатов наших там, для выбора данных. Где-то в каких-то классах и потом из этих предикатов с помощью каких-то билдеров там, собирания сложных запросов. Окей, мы подробили предикаты, предикаты вызываются из предикатов. Но если у нас меняется часто домен, то мы все это будем тащить и переписывать. То есть это не очень удобно. Вот. Но если у нас, например, мы рефакторим систему, у нас уже домен известен, мы уже заранее знаем, как, бы, как мы это будем переписывать. Вот. Ну, можно просто какие-то отдельные элементы DDD использовать. И это нормально. А, вот, это была первая часть. Э, тут доклад как бы из двух частей. Первая это в целом об эволюции, а вторая, я покажу просто пример технически. Вот э, есть некие входящие данные какой-то типичной системы, и как прийти к тому, как ее реализовывать. Кстати, есть вопросы по первой части? Нет. Окей. То есть, вот э, сферическая система в вакууме. То есть, что, что она делает? Там, документооборот, построение отчетов, обработка, модификация, представления, гриды, таблички и доступ там, небольшого количества пользователей, грубо говоря, backend офис система И требования у него к производительности умеренные, потому что если сказать и большому начальнику э, людей, что мы можем сделать систему очень быстро, это будет в 5 раз дороже стоить, он откажется. Люди подождут, это нормально, это бизнес, то есть это не развлекательный сайт. Вот, объемы там ну, тысячи, десятки, сотни тысяч, система просто обязана быть а, у, очень сильно устойчивой к сбоям и до, обязана быть очень сильно согласованной. То есть любые потери данных в принципе недопустимы. Вот. Значит, немножко о том, что такое кэп теорема кэп скажу сразу: это не о монолитах, это о, о, о распределенных системах. Идея в том, что мы можем Взять три крайности там, распределенных систем. Доступность, консистентность и устойчивость э, к разделению. И э, любая там, распределенная система при масштабировании будет только какие-то два из этих э, критериев соблюдать. То есть нет системы, которая берет все три в природе. То есть так вот каптеорема. Но она на самом деле носит более такой рекомендательный характер. То есть нельзя сказать, что там реляционное хранилище это 100% CA. Ну я слышал ужасные истории, когда там репликации немножко тормозили, и что-то было не так. Не знаю, насчет их правдивости, но я это слышал. Да, и э, если говорить о реляционных базах, то при масштабировании они, в принципе, сей. То есть, консистентность, доступность, и э, что такое ACID? То есть, наверное, тоже на собеседованиях у кого-то спрашивали, да, про ACID. То есть это свойство реляционных баз томарность операций, консистентность, то есть согласованность данных, там изоляция, э, имеется в виду, что мы можем изменять э, данные параллельно, изолируя там их от повреждений друг от друга, и устойчивость. Ну, это об уровнях изоляции технически. Вот, к чему мы пришли? Мы пришли к реляционному хранилищу, что для этой системы нам нужно реляционное хранилище. И как мы будем к нему доступаться с нашего бэкэнда? Ну, Де-факто стандарт — это Entity Framework. Uh, у него есть, uh, то есть это ORM-ка, uh, средство для маппинга отношений и сущностей. И у него на самом деле очень широкие возможности, в том числе возможности оптимизации. Но у него есть четыре модели доступа uh, к данным. То есть начнем с первых — это uh, Model-first и Database-first. Uh, я их сразу скажу, я их не рекомендую uh, по той причине, что они себя показывают не очень хорошо в больших проектах, а в маленьких в них скорее нет нужды. Вот как-то так. То есть э, они попробовали, Microsoft попробовал, но мне кажется, это не выстрелило. То есть как это работает? А, database First. У нас есть готовая база данных. Есть некий файл EDMX, это большая XML, которая хранит э, в себе три части. Там схема исходных данных, схема ну, как бы реальной модели, схема нашей бэкендной концептуальной модели и схема маппингов, как реальная превращается в концептуальную. Вот, мы затягиваем, значит, с базы ее структуру. На основании этого строится вот этот файл. Он выглядит, в Visual Studio можно визуализировать как-то такие а, квадратики со связями и с, и с полями, грубо говоря, ну, как бы модель базы. Вот, и... А, Набор сущностей, набор дебисетов, собственно, для доступа. Есть model-first. Это то же самое, только мы сначала моделируем это все, а потом создаем базу на основании этого. Вот. Проблема EDMX. Вот, вот это, вот это. Главный враг, мне кажется, этого подхода. Да, я просто настрадался с этим, поэтому я делюсь. В чем прикол? Когда в проекте там 200 таблиц и EDMX на 20 тысяч строк расползся, то его очень сложно мержить. Реально, реально это боль. И проблема в том, что если вы даже его криво смержили за у вас проект сбилдится, все будет хорошо. Но а, когда его вся команда затянет к себе, на основании там изменит себе, а, затянет отдельно себе проект баз данных, изменит локальную структуру данных и начнет работать, она офигеет, что почему-то в ронтами падает. И падает именно потому, что в EDMX ошибка, и получается, что уже нет возможности это быстро откатить локально, и вся команда ждет одного Васю, который вот это сделал. И он, ну, не в обиду человеку с именем Вася, просто человека, который вот это все должен быстро исправить, закоммитить, потом все заберут. Uh, ну и в конце концов, мне кажется, это избыточность. Для программиста, который мыслит уже в рамках классов, а не в рамках визуальных моделей, он не там CMS какой-то девелопер, ему все-таки легче просто накидать, блин, классы, сделать какие-то коллекции, дебисеты и все. Поэтому мне кажется, вот код first и код second это самые такие ä, интересные модели с, с какой точки зрения. Код first это просто написание сущностей, да, написание там дебисетов с этими сущностями, создание схемы базы на основании наших сущностей. Мы даже не знаем о базе ничего. Просто работаем там с коллекциями, сохраняем и так далее. Вот, можно использовать миграции. Это опять-таки способ миграции данных без потери. То есть мы вызываем определенные там команды перед изменением схемы, после изменения схемы. То есть это Entity Framework нам из коробки дает. А ход second это то же самое, только на основании уже существующей базы. То есть мы из базы затягиваем, по сути, нашу структуру наших классов. И все. Вот. В принципе, если Entity Framework тормозит, можно попытаться отрефакторить код. Есть очень много техник оптимизации на самом деле. Вот. Самое вот, не знаю, что мне в голову вот самое первое бросается. К, примеру, у вас есть какой-то тернарный оператор. Вот просто он у вас в предикате каком-то для entity Framework, ну, в логическом выражении. И теперь представьте, вероя... представьте такую ситуацию, что в тернарный оператор вложен еще один тернарный оператор, в него еще один тернарный оператор. Вы все это подаете, да, оно это отработает. Но если вы посмотрите SQL, который генерируется, там будет, значит, case when вложенные друг в друга, которые дико тормозят. И если вы эти тернарные операторы вынесете там оттуда, да, на if, там, на if, 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 у вас выйдет гораздо больше кода, но он будет работать быстрее, потому что будет генерироваться более корректный код SQL. Да, ну если вы совсем туго, просто берете даппер. Даппер это не ORM, это скорее маппер, то есть есть пета пока, их куча этих. Ну я даппер, потому что вот чаще всего с ним сталкивался и больше всего о нем слышал. Против даппера ничего не имею переписываем то, что работает медленно. Но если вы захотите на чистом Adonet писать, в этом мало смысла, потому что первые несколько дней вы будете писать свой даппер. Потому что чистый Adonet очень неудобный в плане реальных бизнес-кейсов. То есть все равно нужно будет обвертка. Вот. Дальше. Как работает, в принципе, дата-провайдеры, что это такое? В .NET есть понятие Data Provider. Это набор интерфейсов, которые вам необходимо реализовать для того, чтобы работать с какой-то базой данных. То есть, например, для там SQL сервера это Data SQL Client. Пространство имен и в нем там хранится, точнее не пространство имен это э, get пакет. <coughs> и в нем э, хранится куча классов с реализацией там интерфейсов. IDb Transaction, IDb Connection. Uh, и так далее. Uh, для Postgre тоже есть аналогия и для MySQL. Но для Entity Framework а нужна еще одна прослойка. Адаптер uh, между фреймворком uh, и между Adonet, то есть Entity Framework Provider. В принципе, тоже они реализованы для Entity Framework, а для основных баз данных. <coughs> uh, есть такой еще паттерн репозиторий репозитории, если вы загуглите в интернете, вот сколько вы ссылок найдете, столько репозиториев и будет. То есть нет какого-то единого там, правильно строить репозиторий так или правильно иначе. То есть это, по сути, код, который обобщает э, работу с данными. Вот, ну, пример вот такой, например, да, generic репозиторий, у которого есть методы там что-то создать, что-то взять, там по ID-шнику отфильтровать, удалить что-то, проапдейтить. Вот более сложный пример сюда попадают уже какие-то спецификации, которые там со составляются какими-то билдерами, какие-то поля для сложных сортировок там э, и так далее. Как-то так. Как обеспечить теперь согласованность э, репозиториев? Потому что у нас есть такой, э, то есть решаемая проблема. Э, все репозитории работают на одном источнике данных, например. И нам надо как-то поддерживать и промежуточные сохранения и поддерживать еще оптимистик конкуренции, например, если это надо, вот в Entity Framework есть такая возможность, он функционально это поддерживает, не на уровне там каких-то различных ур уровней изоляции, повышения уровня изоляции, а именно за счет того, что он имеет Какое-то поле row version, которое мы затянули сущность, изменили, сохраняем, row не совпадает. Выбрасываются исключения. Ну, просто, элегантно. Вот. Но если там приложение работает с э, точнее, база данных работает с множеством приложений и подходов к данным, наверное, оно не сработает. То есть Unit of Work это паттерн, который позволяет синхронизировать, по сути, работу с db-контекстом, потому что это главный класс, инстанс этого класса, глав, главный класс по работе с данными в Entity Framework. То есть представим, у нас есть IOC-контейнер, который выплевывает нам db-контекст per request, то есть вот на один HTTP request в рамках этого request у нас будет общий инстанс. Потом выплевывает репозитории тоже per request. И специальный класс Unit of Work тоже per request. DB контекст инжектится в репозитории, инжектится в Unit of Work. В Unit of Work есть метод commit, который обворачивает метод save changes. Что это нам позволяет? Это позволяет нам проинжектить этот же Unit of Work в разные сервиса. И когда нам надо делать вот этот метод commit. То есть мы там что-то работаем с данными, потом поняли, что нам надо айдишники получить. Мы коммитнулись. Окей, прилетели айдишники, работаем дальше. Так, вариации unit of work бывают очень разные. То есть то, что я показал, это per request, мы можем создать его per scope, там, создавать вручную. Можем как репозиторий менеджер просто в unit of work напихать наших репозиториев и синхронизировать их там, инициализировать. Можем как даже action filter атрибут. То есть если у, там, в нашей системе а, идет а, обязательная почти транзакция, вот так так надо, что вот в, каждый, в, в каждом методе контроллера обязательно Uh, нужна транзакция на весь запрос, мы просто можем вынести ее uh, в action filter атрибут, открывать ее перед запросом, закрывать после, например. Ну или вообще там для каких-то десктопных, например, сделать декоратор, то есть uh, имеется в виду атрибут, там активатор, который вызывает методы, будет там парсить, короче, искать эти метаданные, подтягивать там нужные нам классы. Но это уже такие абстракции, кому как удобно, грубо говоря. Ну вот так работает Optimistic Concurrency. То есть, если нам надо проверить весь всю сущность, мы можем timestamp на какое-то поле типа row-version а подвесить, либо же. Ну, это разные методы инициализации. Либо Fluent API, либо через атрибуты. Если нам надо только одно чекать поле, то можно вот так вот. Concurrency check. Ну, и будем ловить вот этот exception. В случае, если не совпадает. Так, это понятно, да? Окей. Okay как обеспечить атомарность. То есть мы разобрались, как согласованность обеспечить вот этих всех наших вещей. А теперь как сделать... Ну, речь о транзакциях, конечно же. О чем же еще может быть речь? Есть четыре вида транзакций в Дотнете. Ну, как, как бы я их так выделил. Первое — это implicit. Неявное, просто, простое сохранение контекста, уже делает транзакцию. То есть внутри SafeChange граф изменений превращается в инструкции там по изменению данных. И все это заращивается в транзакцию. То есть мы об этом не знаем, но это так происходит. То есть есть такая еще штука в Дутнете, очень двузначная ambient transaction или класс transaction scope. Кто-нибудь работал с ним? Нет? Ну, если не, не надо, не работайте лучше. <laughs> Я не, не со зла это говорю, просто есть нюансы. То есть, что это такое? А, он имеет простой интерфейс. Вроде да. Мы открыли, создали класс скоб, да, там что-то сделали, закомплитили. За мы не знаем, что под капотом. На самом деле а, он, он работает per, per thread. То есть, а, его экземпляр хранится, ну, это как бы Uh, сигнал потоку о том, что в потоке началась транзакция. Причем этот сигнал, он не только для uh, библиотек по работе с данными, он вообще для всех. Uh, просто ADO.NET провайдеры, каждый по-своему реализует поддержку транзакшн-скопа. Вот. И транзакшн-скоп uh, в разрезе ADO.NET провайдеров, если мы открыли больше, чем одного там коннекшена, uh, просто-напросто стартует дистрибьютор транзакшн, если мы там явно не запретим. Есть, кстати, такой параметр EndList э, в connection string, который запрещает автоматически э, подключаться к транзакциям открытым. Вот. Э, Кто-то использовал дистрибьютор транзакшены? Нет? Э, ну, о них чуть позже. То есть мы можем делать вложенные транзакции, например. То есть открыть один скоп, в нем другой скоп. А во вложенном скопе мы можем присоединиться, как бы сделать вложенную транзакцию, либо параллельную, например. И он немножко несовместим с транзакциями Entity Framework, о них чуть позже. То есть есть еще, я их так назвал, Explicit Adonet, потому что это самый низкоуровневый, по сути, способ работы с транзакциями. Кто не видит, тут SQL Connection создается, на основании Connection String Connection открывается, в Connection дергается метод begin transaction. Потом создается DB-контекст, которому в который кидается этот connection и а, дополнительный параметр у базового конструктора, который говорит, является ли dbConnection владель, владельцем, dbContext владельцем этого connection. То есть, если да, то dbContext закроет connection после завершения работы. Хотя connection тут и так закроется, когда выйдет из юзинга, там был у него вызовется. Вот. Ну и метод commit транзакции. И... Да, safe change контекст и commit транзакции. То есть вот, вот приблизительно так можно работать. Этот подход, он более универсален, потому что можно пробросить транзакцию, куда вы хотите. Можно в DAPPER пробросить, можно в entity framework, можно куда-то еще. Да, здесь получается руч, ручное управление, по сути. Вот, и последнее, что осталось, это explicit транзакции entity фреймворка. То есть... У DB контекста есть вложенный статик, э, по-моему, класс database. У него есть статик э, поля. У него есть BeginTransaction метод. Что такое. Этот BeginTransaction нам отдает э, объект, который не является объектом AD.NET транзакция, как вот здесь. Вот. вот, это разные штуки. Но он его в себе держит. То есть это, как бы более high-level удобная абстракция для людей, его заинтродюсили по-моему, в 6, я не помню, то ли в 6 версии. В общем, Microsoft сейчас э, говорит, что это типа рекомендуемый способ для работы с транзакциями в Entity Framework. Да, собственно, я это все рассказал. И теперь такая небольшая табличка итого. То есть transaction scope для чего он нужен? Либо если мы делаем какой-то MVP, ну, minimal valuable product, имеется в виду, а, какой-то вот, ну, это уже не прототип, это некий рабочий продукт, который имеет минимальную ценность, но он ее имеет. Либо же Rapid Application Development, то есть нам надо быстро что-то нафигачить под клиента. А, либо же, ну, это очень просто. Мы открыли скоп, сделали там что-то, и все, но оно работает. Но тут есть риски, что вы можете попасть в распределенную транзакцию. А, но с другой стороны, если вам нужна распределенная транзакция, вам надо исп использовать transaction scope. Распределенная транзакция, я не помню, я не говорил, но для тех, кто не знает, это транзакция между несколькими базами данных. Грубо говоря, между несколькими компьютерами. Для этого на каждом компьютере должен быть установлен координатор распределенных транзакций, и она, как бы, происходит на уровне систем. То есть она, она тормозит. Вот за это ее не любят. Вот. А данная транзакция это, собственно, вот этот низкоуровневый API где connection, вот эти объекты и entity framework транзакции, которые являются рекомендуемыми. В принципе, никто не мешает нам вручную менеджить connection и работать с entity framework. И теперь мы сталкиваемся с проблемой, вот мы все это знаем, и как нам вот теперь это использовать. Потому что, понятно, каждый раз писать, то есть у нас есть какой-то код для работы с транзакциями, мы должны его куда-то выделить отдельно и переиспользовать. И в этом есть смысл. Самый простой метод э, — это, собственно, там, добавить db-контекст или unit of work какой-то метод, который будет э, нам возвращать объект транзакции. Но э, есть нюанс. Нам надо обеспечить вложенные транзакции. То есть вложенные транзакции э, именно логические. То есть нам нет смысла э, то есть с этими сложенными транзакциями физическими работает transaction scope. Нам нет смысла это все использовать, это все медленно и неинтересно. Но у нас метод сервиса, например, может дергать другой метод сервиса. Тот может дергать третий метод сервиса. В первом, например, открылась какая-то транзакция, да, и в третьем открылась. И первый даже не знает, что в третьем транзакция. И как их вот, как сделать, чтобы они узнали об этом? То есть можно вот, вот так, например, вызывается анонимный метод. Вот это какой-то вложенный, да, вот это какой-то верхний. И эти вызовы друг от друга не знают, что они вложены. А реализация приблизительно такая. То есть мы проверяем, есть ли текущая транзакция, вот, если параметр, ну, по дефолту join existing, то есть будет ли эта транзакция вложенной? Да, и просто-напросто, если она есть, то при вызове вот этого метода э, мы просто будем выполнять э, обычный safe change и все. Вот. А если ее нет, мы ее будем стартовать на объекте database. Это, кстати, метод внутри DB контекста. Как-то так. Вот, но есть э, ситуации, в которых есть смысл использовать чуть более сложные подходы. А, так, сейчас я посмотрю. А, в эту презентацию не попала, жалко. Просто э, немножко тут перепутали версии презентации, но я так в целом расскажу. Может, вы словите идею, может, нет. А, смотрите, есть у нас фабрика. Я вот так на пальцах. Есть у нас фабрика а, транзакций есть фабрика контекстов. Фабрика транзакций дает нам транзакцию. Фабрика контекста дает нам DB-контекст. И получается, транзакцию дает именно бизнес-транзакцию. То есть это опять-таки обвертка. Что, что, происходит под капотом? Под капотом э, все эти фабрики, они организованы per request. И мы почти всегда будем знать, э, открыта ли у нас уже транзакция или не открыта, присоединиться к ней, присоединиться. И еще проблема, которую мы можем решить, это мгновенное сохранение данных. То есть, например, отработал метод репозитория, сразу же ушли данные в эту самую в базу, и мы их можем продебажить. То есть есть такие проекты, когда у нас workflow, например, рабочий, там реально, не знаю, вы 5 минут в дебаггере будете проходить, там туча бизнес-логики, и нам надо как-то посередине посмотреть, в каком состоянии у нас база. Есть там такой оператор no замечательный, когда мы можем вытягивать данные из базы, которые даже внутри транзакции, да, просто ну, посмотреть грязное чтение. Вот, и тогда этот подход применим. Так, распределенная транзакция, про них уже намекал, что идея в чем? А, что должны на машинах установлены быть вот эти координаторы. Ну, есть там тулзовины специальные, DTC Ping, DTC Тестер, которые, видимо, настолько много с ними было проблем, что сделали специальные тулзовины, чтобы проверять, работают ли они правильно. Потому что там специальные порты должны быть открыты и так далее. Есть такая еще штуковина, как I-Enlistment Notification. Тут, наверное, не видно вам. А зачем она нужна? А вот проблема в том, что в транзакции это же не только база данных. То есть транзакции это может быть запись файла, это может быть создание файлов, работа с какими-то ресурсами и так далее. И идея в том, что на разных стадиях ну, в транзакции распределенной или не мы должны что-то с этим делать. То есть вот тут открывается транзакционный scope, это ambient транзакция. Потом мы в эту транзакцию enlistим вот э экземпляр вот этого класса. И вот в этих методах prepare, commit, rollback, indopt мы реализовываем те хуки, то есть те, а, а, тот код, который должен срабатывать на этапах жизненного цикла транзакции, чтобы приводить в консистентность наши ресурсы. То есть там мы создали файлы, потом произошел rollback, мы удалили файлы. Indopt это типа мы пока что не знаем, что там, и мы делаем какую-то еще операцию, чтобы там, например, показать юзеру, что мы не знаем, что, что там. Возможные проблемы. Да, есть такое понятие, как execution strategy. Сейчас о нем расскажу. То есть проблема называется connection resiliency. Если мы юзаем базы данных Microsoft Azure как сервис, то там есть такая проблема, что иногда у них они пропадают из поля видимости. То есть пропадает их доступность и просто-напросто, ну, может, там двигались сервера, может, что-то еще у них произошло. Это же клауд, мы не знаем, что внутри клауда. Это как бы черная коробка. И иногда пропадает connection. А надо просто на этот код ошибки, который нам вернули, попробовать еще раз. Да, либо же просто у нас есть база данных, которая на другом континенте, с которой фиговый пинг, с которой валятся тайм-ауты. И нам надо в случае чего туда обратиться еще раз, чтобы все было хорошо. Есть, такая, есть такие э, классы, как. Э, Uh, execution strategy для Entity Framework. Они регистрируются, когда мы uh, настраиваем Entity Framework. То есть, если у нас мы работаем с Azure, то мы регистрируем Azure стратегию. Он будет только на проблемы, связанные с Azure, делать retry. Есть uh, generic такая DB Execution Strategy. Uh, он реагирует по экспоненциальной формуле. Вот формула. То есть, сюда даже элемент рандома включен и там по количеству попыток. То есть оно первый раз обратится быстро, второй раз чуть медленнее, третий раз еще чуть медленнее. И это все будет растянуто во времени, и все это будет чуть-чуть привязано к рандому. То есть если у нас где-то что-то упало глобально, а потом сразу в базу ломанулись запросы, то они ломанутся с небольшой разницей. Спонсор этого слайда Mars. В общем, идея в чем? Есть такая настройка Multiple Active Result Set которая говорит, что на открытый connection мы можем одновременно несколько батчей послать. Это даже настройка не ADN, это фича SQL-сервера, но она не реализована в Postgre и MySQL. Кто-то, кстати, работал с .NET и с этими базами Postgre и MySQL? Чуть-чуть? А были какие-то проблемы реальные? А, я понял. Вот тут... Я написал, что, возможно, разная работа с Transaction Scope. Это, опять-таки, надо уточнять у провайдера базы данных. Насколько, насколько я помню, вот эти, э, вот эти провайдеры для Postgre MySQL, они поддерживают Transaction Scope. А, кстати, Transaction Scope не был поддержан в Entity Framework Core изначально. Его в 2.1 версии только добавили. Потому что считается, типа, это устаревшая технология. Вот, но устаревшая, но вроде пользуется. Вот, Lazy Loading тоже, кстати, требует Марс, поэтому если вы код на Lazy Loading захотите написать на Гри, скорее всего, не выйдет. Вот теперь а, немножко о, немножко о о, -о In-memory database Provider. То есть недавно, ну как недавно, в версии 4.5.1 и старше появилась такая возможность для тестов производить. А, тестирование просто регистрируя in-memory database provider, заполняете коллекции какими-то айтемами, и не надо мокать контексты, не надо мокать дебисеты, то есть это реально спасение для юнит-тестов, то есть не надо придумывать какие-то велосипеды. Вот. И именно поэтому нет сейчас смысла строить абстракции вокруг DB контекста. Есть Transaction Factory, есть DB Context Factory. Вот эти фабрики нам отдают в нужных местах бизнес-транзакции и DB контексты с уже открытыми в них э, встроенными коннекшенами и транзакциями, вот и использование приблизительно такое, то есть в нужном месте мы делаем старт э, транзакции, не паримся что внутри, да, в другом месте мы делаем тоже старт транзакции, не паримся что внутри, потому что эти методы могут потенциально дергать друг друга, могут не дергать, и в репозиториях мы тоже сделаем вот э, get контекст и потом э, сохранение как-то так, так э, проблемы да, вот вопрос, смотрите, небольшая задачка. То есть э, немножко предыстории. Речь пойдет о транзакциях, которые были открыты в адонете, но, но в которых дергаются хранимые процедуры. Что произойдет при вызове вот, вот этого кода? Вот табличка Т1, вот Т2. Вот такой код. Я пока воды попью. Точнее, я даже спрошу так, что окажется в табличке Т2? Есть какие-то версии? Свалится. Ну, а в Т2 что-то будет? Что-что? А это просто я схему таблицы показал. Ну, она пустая, грубо говоря. Ну вот комит. Ничего не будет? Ну, не на самом деле будет. В этом прикол. Что произошло? Мы, да, действительно, мы не вставили вот эту строку, потому что у нас тут, да, у нас нет двоечки, но остальные значения вставятся из-за того, что у нас Экзакт uh, аборт uh, включен вов WoW по умолчанию. Не видно? Вот. Что что? Вот, а, хороший слайд. <laughs> да. Почему так произошло? Потому что uh, SQL я, конечно, не, не гуру SQL server скажу сразу, но. Uh, по, по умолчанию вот этот параметр exact board стоит вов, и при старте uh, транзакции у нас получается после инсертов uh, произошел действительно конфликт. Но этот конфликт по идее мы могли, то есть разработчики SQL Server думают, что мы можем его обработать как-то там руками, попробовать ставить еще и вручную дальше там rollbackнуть или продолжить транзакцию. Но поэтому, типа, такая из-за этой гибкости, потому что типа северити этой ошибки не сильно там высокий. Но это дает нам какие риски, что если мы на бэкэнде делаем что-то, потом а, вызываем, ну, открыли транзакцию, вызываем какую-то хранимку, в которой идет какие-то модификации данных, то если в этой хранимке что-то свалится, мы об этом даже не узнаем. Потому что внутренняя транзакция закоммитилась, внешняя транзакция закоммитилась, данная некорректная. Вот. И, кстати, при обрыве соединения тоже, при exact abort of, тоже там транзакция своим путем пойдет и так далее. Поэтому вот за этим надо просто следить, за такими кейсами. Вот, connection flag. Это тоже сильно такая узкая тема. Это вот был доклад Дениса Резника, хороший. Может, кто-то знает. Есть такой чувак, SQL Server очень любит. И, ну, этому был посвящен, по сути, очень, очень большая часть его доклада, что Adonet, когда коннектится к SQL-серверу, он несколько флагов подключения использует других, чем Management Studio. Из-за этого оптимизатор запросов, когда мы, например, вытянули, то есть мы же молодцы, мы вытянули из Entity Framework, а там есть возможность запрос, который он отправляет, ставили его в Management Studio, продебажили, добавили там индексы, оптимизировали нашу базу по этот запросу, а он работает не так, когда соданет, а потому что немножко там разные флаги получается оптимизатор немножко по-разному работает. Вот, это очень редкий кейс, но так бывает. Так, немножко про структуру солюшена, то есть мы вот так вот про какие-то частности поговорили. А, вот, это чисто в ознакомительных целях, то есть можем, это может выглядеть так, то есть мы же все-таки про монолит сейчас говорим, да? То есть вот монолит, то есть сразу вопрос, а создавать ли отдельные проекты в Солюшене или хранить все в одном? Вопрос хороший, вопрос, зачем нам отдельные проекты? Если проекты настолько тяжелые, что сделав изменения в одном проекте, как бы мы не хотим билдить другие, это экономит нам время, то да, смысл есть. Если у нас проект небольшой, Uh, нет смысла вообще никакого. То есть, если это не кровавый enterprise огромный, можно хранить в одном проекте и не париться. То есть, вот, например, структура организации, да, вот есть API, папочка, тут у них контроллеры, атрибуты контроллеров, папочка data, в ней DTO, нумы, ну, DTO это D data transfer object, чуть позже расскажу, там, модели фильтров, интерфейс репозиториев, модельки репозиториев, сорсы, это, собственно, Uh, точнее модельки тебе контекстов, сорсы, это источники данных, например Entity Framework. У него внутри конфигураторы, которые там по fluent API нам говорят где какой там primary key, где какой relation, там миграции, и репозитории. Ну вот пример тут еще контекст валяется. Вот и сервиса тоже там implementations, реализация сервисов, интерфейсы. То есть почему интерфейсы? Потому что только имея там интерфейсы, мы можем очень удобно юнит тестировать, потому что мы берем что-то мокаем, то есть делаем фейковые реализации, а что-то тестим. Если у нас не будет интерфейсов, увы, будет сложно, ну сложнее. Валидаторы, view-модели, вот тут все. Ну и утилсы, типа какие-то дополнительные кросс-катинг функциональность. Uh, ну, в конце там какие-то конфиги бутстрапа, то есть IOC контейнера, конфиги автомапера, о нем чуть позже и так далее. То есть э, вот поток, ой, вот пример, например, потока данных э, трехслойной архитектуры. Вот за вот это мне, конечно, многие архитекторы могут оторвать руки, сказать, э, почему ты из бизнес-слоя в слой сервисов прокидываешь view-модель. View-модель должна типа здесь формироваться. Теоретически да, но фактически это может быть удобно. То есть тут разные могут быть варианты. Либо прямо в контроллерах. То есть что такое ViewModel? ViewModel это класс, который может переносить данные и может трансформировать данные для клиентской части. То есть у нас, например, наши либо на UI ждут их в одной форме, а из сервисов мы данные получили в другой форме. Нам как-то надо каким-то образом превратить там циферки 1, 2, 3 в красивой надписи, там, если это enum. Нам надо как-то подготовить форматирование там, и так далее на бэкэнде. Вот для этого нужна view модель. В принципе, она может быть сложной, она может там, иметь конструктор, туда приходят какие-то данные, но в конструкторе эти данные трансформируются и ложатся в ее там, property, например. Вот. Потом как view модель мы можем также принимать да, и прокидывать в сервиса. DTOшки это просто агрегатор, который не содержит поведения, но он также не содержит аналогов там, в нашей реляционной базе. Это просто какой-то класс, в котором мы переносим какие-то данные как-то в удобной для нас форме, в какой нам надо. Модель это просто класс, который является отражением сущности базы данных. Вот. Ну и удобно наверх пробрасывать read-only коллекшены, То есть что мы, например, что-то вытащили из слоя данных, и мы, и мы знаем сами для себя, что мы его не изменим, что вот э, нам придется новую создавать там коллекцию, чтобы бросить дальше, ну и чтобы не было искушения у кого-то изменить. Вот мы можем, кстати, в сервиса, то есть контроллеры, вполне нормально можем инжектировать и классы бизнес-логики, и классы слоя данных. То есть репозитории могут оказаться в сервисах, и это нормально. То есть если у нас операция простой там фетч каких-то данных, Да, немножко об инфраструктуре. Uh, dependency Injection, то есть сейчас я просто такой обзор тулинга проведу. Uh, dependency Injection это вот некоторые люди путают Ioc контейнер и технику Dependency Injection. Ioc контейнеры это inversion of control контейнеры, которые реализуют эту технику. Инъекция может быть в конструктор, в uh, property и так далее. Кстати, в AspNet Core уже встроенный DI, IUC, можно сказать, контейнер, и это очень удобно. Вот. Ну, может, вы слышали Ninject, Unity, StructureMap. По-моему, StructureMap уже не саппортит. И еще одна из функций IUC контейнеров в том, что они, их очень удобно конфигурировать а, в зависимости от environment. То есть, если мы стартуем, например, а, наш проект на проде, мы регистрируем одни классы на интерфейсы. Если мы стартуем на деве, мы другие классы регистрируем. Например, классы на проде отправляют там email и notification на реальные какие-то гейтвеи, да, а на деве они их отправляют в какой-то дебаг-бокс, в котором мы там за ними следим. А, типа такого. А, то есть можно тонко настраивать в зависимости от Env. -ов. Но это я простой пример привел. Есть даже такое понятие разработка через конфигурирование. Это, наверное, крайняя форма вообще инверсии. То есть, что это значит? У нас все приложение, ну, это такой архитектурный паттерн, все приложение это огромная xml. -ина, и мы эту xml в рантайме собираем. То есть, что-то куда-то мапится, что-то куда-то вставляется. И если кто-то работал, есть такая CMS, большая сайткор. Вот в сайткоре что-то такое да, происходит. Я тоже работал. Джобы. Джобы это какие-то бэкграунд-операции. То есть нам надо вот по расписанию, либо по появлению чего-либо, что-то делать вот в бэкграунде. А сразу же люди идут писать на тасках. То есть, окей, мы там типа в фоне, на старте приложения, запускаем таску, таска ходит в базу, выбирает оттуда данные, и все офигенно. Но тут очень много рисков. Во-первых, оно может сломаться. То есть, во-вторых, этот код. Надо, если нам что-то новое понадобится, какой-то более продуманный скедулинг, он там надо будет изменять и так далее. Есть уже готовое решение вот для .NET, это Quartz .NET библиотека, которая позволяет тут есть скедулинг, фоновые джобы, запускать куски кода. А в базах данных, например, в SQL сервере Server, SQL Server Agent, который тоже позволяет там джобу нам делать. А в клауде какие-то Azure Web Jobs, то есть это уже, эта проблема решена немного о месседжинге, то есть это наверное, выходит за тему наш, нашего доклада, но иногда э, нам приходится строить взаимодействие между компонентами системы либо с другими системами через очереди. Ну есть куча аверток уже готовых, типа Mass Transit, and Service Bus, которые даже более широкие возможности имеют, и это имеет преимущество над, ну есть устаревшая техника Remote Procedure Call RPC. А, то есть и есть REST, запросы, HTTP запросы, но они тяжелые. То есть если нам вот критично важно сделать это быстро, можно сделать через очередь. Кэширование. А, есть такая, то есть если нам надо что-то где-то закэшировать, например, у нас какие-то приходят, э, ну, самый, самый банальный пример это курсы валют. То есть вот у нас система, которая оперирует курсами валют. Курсы валют получаются там либо из внешних источников, либо из внутренних. Uh, их надо где-то складировать, то есть для этого используется какой-то in-memory кэш. Потому нет смысла их писать вообще в базу, потому что ну, иногда есть, но они очень типа, часто могут приходить. Могут приходить редко, то есть могут приходить другие данные. Есть такие библиотеки вроде Lazy Cache. То есть есть, конечно, большое искушение взять Static Concurrent Dictionary и там все это разместить. Но лучше использовать готовые библиотеки, потому что в них это реализовано лучше, чем реализуете вы. То есть там, ну, человек это специально делает, и это протестировано там, тысячами других солюшенов. И нет смысла просто изобретать велосипед. Вот есть такое хорошее понятие: изобретать велосипед. Вот многие, наверное, слышали. А потом конечный автомат. Что такое конечный автомат? Кто-нибудь кто работал с ними? Да? А, ну, это не тот, который стреляет. Это тот, который состояние меняет. В общем, идея у нас иногда бизнес-логика может быть э, очень запутанная в плане э, переходов между состояниями. То есть есть вот у сущности какое-то состояние, например, статус заказа. Вот этот пример я сделал, например, Edit to cart, Ordered, Paid, Delivered, Delivering, refused. То есть мы, человек добавил заказ в корзину, потом он его заказал, потом он его оплатил. После оплаты он либо его сразу же забрал из магазина, либо его отправили, потом он его забрал. Потом он его забрал и он его отказался. Либо же он в доставке, он от него отказался. То есть вот такая смена состояния. Если вы будете с if, там il списать это все, все эти проверки. А вот это, кстати, методы, которые проверяют на каждом переходе, проверяют э, легальность этого действия. Плюс еще можно добавить хуки, которые будут вызваны после точнее в момент произведения смены статуса вот это код, который отражает вот эту стейт машину, в принципе на библиотеке stateless вот она называется по сути мы конфигурим разные стейты конфигурим переходы и конфигурим вот методы проверок вот этот метод нам true false возвращает можем ли мы сделать этот переход или нет то есть удобно бизнес логику организовывать в таком ключе ну, тут я не все возможности показал, но вот как-то так выглядит. Потом. Очень часто, ну, не очень часто, ладно, есть такой класс приложений, в которых нам надо аудировать изменения. Обычно он связан с финансами. То есть просто большие люди в больших компаниях хотят знать, кто какие действия с базы делал и почему. И если работа идет чисто через Entity Framework, мы можем через API Entity Framework пройтись по графу изменений. Как-то их перед. То есть перегрузить э, safe changes метод э, перед реальным safe changes куда-то зафиксировать эти изменения, вот, а потом сделать сейф changes, например, в транзакции. Если же у нас идет из множества мест, доступ к базе, то можно повесить триггеры на таблице. Как-то так. Либо? А как называется? А, прикольно. но ну, я видел в проектах, где я работал, я видел именно вот такой вот подход. И, ну, кстати, этот, этот код тоже где-то, наверное, подсмотрели. Я понял, прикольно. Вот, и немножко про инфраструктуру веба, то есть про AstNet Core. Мы получили из коробки middleware. Это некие возможности вклиниваться в пайплайн. То есть, это по сути аналог старых HTTP-модулей, которые были очень неудобными. Middleware это модерново, потому что во всех экосистемах там давно все на middleware строится. Там встроенный IOC, IOC контейнер, поддержка Single Page Application а, и вы, декларирует выше производительность. Для корпоративных приложений, о которых мы говорим, в принципе, производительность веб-фреймворка это там сотая, на сотом месте стоит. Здесь главное удобство разработки, скорее всего, и, и некие защиты от рисков. Насчет SPA Support. Просто можно в принципе им не пользоваться, можно а, стартовать там на ноде через прокси конфиг если, например, это Angular, через прокси конфиг вы стартуете а, там Angular CLI и получается ваши запросы уходят на backend и отдельно стартуете backend. Да? А можно сделать это из коробки с помощью там То, что может еще пригодиться из Lip. Для логирования log для маппинга и трансформации данных. Кстати, вот автомаппер это не только о маппинге, это еще о трансформациях. То есть нам надо из одной сущности получить другую. И вот это все мы можем держать в одном месте. Потом есть необходимость иногда в генерации фейковых данных. Есть такая библиотека faker.net. Она, генерирует, она очень классно генерирует имена, фамилии, адреса, там какие-то дополнительные сведения. То есть если нам надо забить нашу базу чем-то, какими-то демо-данными. Есть понятие ETL экстракт, transform лот, если я не ошибаюсь. То есть это э, извлечение данных, их трансформация и загрузка обратно. Для этого, кстати, данные это не только из, э, данные из реализационных баз. Э, можно из э, там, comma separated value файлов грузить из XML, их трансформировать. Для этого есть библиотеки типа etl.net, rino.etl. Вот, то есть, грубо говоря, мы где-то дублируем функциональность там, сложных SQL-запросов э, э, за счет вызова .NET методов типа цепочек методов и так далее. Вот, ну, Swagger э, популярная штука для генерации документации API. Там можно через него поднять обвертку для более удобного тестирования API. Ну, вот я столько всего рассказал о таких каких-то кусочках. А может быть, где-то это уже все реализовано? Вот, зачем это все изобретать? Ну, множество людей, которые стартуют свои проекты, они могут подсматривать свои предыдущие проекты. Типа формально брать код из предыдущих проектов нельзя. То есть это там по запрещено, да, но мы все понимаем, что опыт-то у человека остался и понимание, как это делалось раньше, да, он может сделать так же. Но есть уже готовые либо типа Asnet Boilerplate. Здесь вам поддержка всяких репозиториев, поддержка инъекции, а, там валидации, логинга, локализации, exception management, что там еще, какая-то продвинутая там мульти какая-то авторизация, то есть тут я не знаю видно или нет, но там это все типа есть. Проблема таких решений. Там я еще одно находил, но оно еще в альфа стадии не стало выкладывать. Кстати, в Datart есть тоже фреймворк, называется Atlas, его сделали ребята тоже по обобщению опыта. Да, тут есть люди, которые с ним работали. И он тоже служит, по сути, таким бойлерплейтом, но там больше на микросервис ориентирован. Теперь вопрос, что же нам в браузере использовать. То есть я все-таки немножко там full stack разработчик. И UI корпоративных систем чаще всего он имеет достаточно такую сложную структуру, массивную. Это какие-то гриды, там вложенные в гриды и я не шучу, реально. Какие-то в агрегации, какие-то мод модальные окна, в них еще одни окна. То есть, очень такой перегруженный UI. И, и как бы использовать какие-то самописные либо, ну, я не вижу смысла. А, надо использовать что-то готовое. То есть, если это уже есть, надо это использовать. То есть, как я вижу, а, что, во-первых, что не использовать. Не используйте MVC апдейт панели. Может, есть кто-то есть, использует в проектах такое? Ну, если вы уже используете, у вас нет выбора, окей. Но если у вас есть выбор, то не используйте. Uh, не используйте MVC-хелперы. То есть, если вот DevExpress, он, из, он uh, есть в двух версиях. Как MVC-хелперы и как uh, DevExtreme для Angular, там, React. -а. Uh, ну, View можно еще добавить сюда. Uh, потом jQuery UI. Тоже я в нем, ну, реально смысла вижу мало, то есть для нормального enterprise, то есть если вы используете, делаете какую-то там э, курсовую работу, окей, не вопрос. Но э, для enterprise, где лицензия на DevExtreme стоит там тысячу долларов на разработчика в год, это ну вы сами понимаете, это смешные деньги за ту функциональность огромную колоссальную, которую он нам дает. А дает он очень много. То есть это тоже тема отдельного э, разговора, но он очень сильно помогает сократить время девелопмента и реализовать самые необходимые фичи тех же очень сложных таблиц, которые очень нужны бизнесу. Vanilla.js, то есть это обычный JavaScript 5, тоже я бы предпочел использовать, если есть возможность, TypeScript. Почему? TypeScript поддерживает типы, классы, дженерики. И опять-таки, когда мы говорили о... Почему вначале я заговорил о Uh, атрибутах качества вот этой uh, сферической вакууме системы, что uh, там нам необходимо обеспечить консистентность, отсутствие ошибок, uh, отсутствие... То есть э -э, строгая типизация TypeScript а в этом нам поможет. Если же у нас строго типизированный язык, то почему бы на фронтенде не писать? Так же само. Ну, как TypeScript преобразуется в Vanilla.js, это тоже отдельный разговор. <laughs> Кстати, кому интересно, я надолго писал статью, как стать full stack разработчиком. Uh, там она где-то сейчас болтается в популярном. Э, тоже разобраны все эти вопросы очень, ну, не может не сильно глубоко, но все равно, кому интересно, как вот из TypeScript скрипта получается Vanilla.js и что такое там NPM пакеты и прочее, советую почитать. Вот, и очень важное еще в чем разбирается команда. Часто это является решающим фактором, потому что если это команда, ориентированная на бэкэнд-разработку, Фронтенд там шарят объективно плохо. Ну, конечно, не всегда, но чаще плохо. Поэтому при заходе нового проекта особо не парятся, выбирают то, что есть, и от этого же страдают. То есть я был в проекте, в котором очень сложный UI писался на jQuery. Это это была боль. То есть добавление новой вкладочки на сложнейшую форму добавляло не, ну, неделю работы. В Angular это могло бы часа за три можно было сделать. То же самое приблизительно. Спасибо за внимание. Спасибо. <laughs> ну и типа по классике вопросы там какие-то. Пожалуйста руку, чтобы было слышно на записи и всем было... Вопрос такой. А как можно подружить, например, Angular с сервер side рендерингом, то есть с Razor'ом? Ну, это удобная штука, допустим, да? Может, ну, а как Angular с ней? AngularJS или Angular? Angular? Ну, можно... Ну, первый в смысле? Ну, вообще, всякие а. разные types криптовые как бы, Я пакеты, Я понял. да? Ну, вообще, SSR это тема отдельного доклада, там... Недавно, кстати, тут был доклад на эту тему. Сам я не работал с СССР особо, потому что в корпоративных системах, ну, у меня было, может, проектов 15, э, но, ну, 15-20, может, за всю жизнь, но ни в одном из них именно сервер-сайт рендеринг не нужен был, ввиду того, что не нужна там специфичная производительность. Если это AngularJS, то есть первый Angular, я видел кейсы, когда э, берут там cshml-разметку, прям туда пихают Angular, пихают данные, когда это все прилетает на клиента, оно рендерится, потом поверх этого стартует Angular. Угу. Ну, я так не рекомендую делать. Я просто такое видел. Спасибо. Спасибо. Да. Спасибо. Возможно, еще вопросы? Ну, спрашивайте вот. что-нибудь. Время есть еще. Да-да говорили, что Entity Framework он на больших проектах он неудобен, да? Или не удобен, не он удобен на больших. он, он ну не ну, а? на каком объеме, допустим, таблиц уже лучше использовать Dapper, а не Entity? А, вопрос не в объеме таблиц, вопрос в производительности, потому что если у нас много таблиц, нам наоборот удобнее Entity Framework использовать, потому что а, мы получаем, по сути, а, с, ну, как бы мы получаем код, мы не, получ... мы не ковыряемся в базе данных. У нас все представлено в виде сетов в виде наших объектов. Мы это лучше контролируем, потому что очень большая проблема разработчиков, начинающих, им очень сложно сходу войти в сложный SQL. То есть, а если мы используем Dapper, Dapper же это обертка над выполнением SQL запросов. И получается, по факту, наши разработчики .NET должны использовать SQL. То есть сидеть и ковыряться в сложных запросах. Вот поэтому, ну, чем больше проект, тем entity-framework, мне кажется, лучше туда ложиться. Но э, если вопрос о производительности, вот тогда мы смотрим в сторону типа Даппера. И есть еще нюанс. например, такие вещи, как влож, Ну кто слышал, есть такое понятие common-table common expression в SQL. А, то есть там рекурсивные Common Table Expression проходы по иерархиям. Ну, в Entity Framework будет огроменный overhead. В SQL это будет маленькая хранимка. Удобнее на маленькой хранимке. А для большинства кейсов там манипулирование с данными Entity Framework гораздо удобнее. Спасибо. Ответил? Возможно, еще вопросы? Окей, тогда предлагаю поблагодарить Влада за доклад. Спасибо. Спасибо тебе большое наш Спасибо. сертификат. Я думаю, сейчас можно в более неформальной обстановке подойти и задать вопросы. Так, Спасибо. Народ, а кто хочет на автопате? <laughs> <laughs> ну, можно собраться, пойти куда-то. Правда, не знаю, от количества людей зависит, потому что если мало, то. Если много, то я даже не знаю, куда. <laughs> Но идея такая есть. Так что, если хотите, подходите. Всем спасибо. Спасибо большое.